Об этой трагедии сегодня рано утром узнала вся Россия. Дорогие наши зрители, мы рады вас приветствовать на нашем YouTube-канале. Сегодняшнее горе заставило плакать всю страну и всех поклонников российского режиссера Андрея Звягинцева. Нам стало известно о том, что сегодня рано утром возле своего дома в личном автомобиле Андрей Звягинцев был найден в бессознательном состоянии. Его нашел уборщик, который подметал рано утром во дворе и увидел человека, лежащего лицом на руле автомобиля. Он пытался ему помочь и вызвал скорую помощь, так как понял, что человеку плохо. Сейчас Андрей Звягинцев находится в больнице, уже сообщили родным. Родные сообщили нам, что Андрей Звягинцев еще ночью должен был приехать со съемок, но так и не приехал. Его мобильный телефон был выключен, и родные очень сильно тревожились. Утром он оказался возле дома без сознания в автомобиле. Мы продолжаем следить за развитием данной трагедии, будем надеяться, что с ним все будет хорошо. Будем надеяться на хороший конец этой истории. Подписывайтесь, друзья, на наш канал, следите за нашими новостями и будьте всегда с нами. До скорой встречи на нашем YouTube-канале.